Добыча морепродуктов с помощью блокчейн. Компания Intel разработала платформу для отслеживания цепи поставок морепродуктов. Проект создан на базе кода Sawtooth Lake от Hyperledger и поможет автоматизировать производственные процессы при добыче морепродуктов. Данные в блокчейн будут записываться при помощи IoT-датчиков. Представители компании Intel отметили, конечный потребитель может получить полный доступ к информации и быть уверенным, что она является достоверной и исчерпывающей.